Календарное лето наступило, Мурманск зеленеет, а значит, пришла пора открывать сезон фонтанов. Первыми после зимней спячки они проснулись в скверах на улицах Зои Космодемьянской и Ленинградской. Сейчас фонтаны в парках и скверах на Зои Космодемьянской, у ДК Кирова и на Ленинградской работают в тестовом режиме. После зимы необходимо проверить их состояние. По словам специалистов, некоторые конструкции имеют небольшие, но не критические недочеты, которые быстро исправят и запустят процесс в полном объеме. Что касается фонтанов в озерах Семеновском и Глубоком, то их включат чуть позже. Это связано с медленным таянием ледяного покрова. Но до 15 июня все конструкции будут радовать жителей и гостей заполярной столицы. Самое главное, чтобы люди сами берегли фонтаны. Мы не запрещаем там ручку там опустить в воду, да, но самое главное, чтобы не было у нас, как раньше, там ферри, кому-то интересно что-то скрутить там, вот этого лишь бы не делать, да, мусор не бросать, даже если что-то попал там, ну, там, копеечки люди некоторые кидают, чтобы вернуться там, если кто, гости приезжают, там, кинул копеечку там, чтобы вернуться. Некоторые за этой копеечкой потом начинают лазить там. Соответственно, главное, чтобы не поломать это оборудование. Это мы делаем все для наших горожан, для гостей.